Иона, слышишь? О, черт. Черт! Мара, ты цела? Иона, я здесь. Только застряла. Мне ногу придавило. Подожди, я за помощью. Стой, я у Тринити на хвосте. Не хочу привлекать внимание. Иду к тебе. Я недолго. Всем привет, друзья, с вами Терминатор Топ Геймер. Мы начинаем проходить игру Shadow of the Tomb Raider. Немножко поздно, конечно, но, как сказал один умный человек, никогда не поздно начинать. И мы с вами начинаем. Как мы уже видим, Лара Крофт придавила ногу, но она выбралась. Если мы вспомним, допустим, ту же первую часть, там у нее тоже были проблемы с ногой в начале игры, когда она упала на штырь. Там были более серьезные проблемы, чем здесь. Но пока я базарил, мы уже и выбрались из этой дырочки. Тринити. Древняя тайная организация, которая управляет Верховный Совет, как у иллюминатов. Она существовала еще до рождения Христа. Их задача — завладеть всеми древними артефактами в мире. Я веду охоту на них с тех пор, как узнала, что они убили моего отца. Нам с Ионой удалось выследить множество отрядов Тринити. Но все руины и склепы, что мы видели, были разрушены. Кроме тех, что в Косумеле. Я должна узнать, что они ищут и чего хотят достичь. И остановить их. И мы остановим. Погнали. Иона, я выбралась. Осторожно, по дороге полно ловушек. Тринити здесь не закончили. Они что-то защищают. Прошло полтора месяца, а мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на День мертвых. Его зовут Домингес, надо этим заняться. Чё, не допрыгнула эта тварь? Давай, полезли дальше. У него вон с ногой проблема. А, ей вообще похеру. Она лазит, бегает. Вообще до фонаря. Надеюсь, тут-то ты допрыгнешь. Ух ты, смогла, молодец. Ледорубы валялись тоже, когда она вылезла. Откуда она упала вообще? Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом.
Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри! Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за метку твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делала. Иона. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор. Хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодна. Что, после всего этого я умираю с голоду? Кита бы съел. Вот он. Что выяснил про Домингеса? Немного. Он руководит рядом раскопок в округе. Отец упоминал о нем в дневнике не один раз. Спец по руинам до колониальной эпохи. Здесь его обожают. Он помогает городу. Как нога. Иона, смотри. Загадка. Это указание. Чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. Бразилия? Перу. Перу? Ладно, это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13, но что если это на самом деле 8? А из-за прецессии... Что? Прецессия. Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, в календаре майя это разница в 2000 лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу.
Это не все. Тут еще что-то про ключ. Что Тринити надеется найти в тайном городе? Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Стой, погоди. Здесь люди Тринити. Нельзя выделяться. Ну что, надеюсь, они так нас не узнают. Хотя, а вон что маску не одел, его-то узнают. Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Осмотримся. Кто-нибудь что-то да знает. Здорово, сэр. Как дела? Грация, Джона. Дай бутылку. Его спросили, как дела, он говорит, грация, Джона. Давайте спросим у этой женщины. Представляешь, его поймали, когда он пил Афрендас. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Такой малой, а уже текилу пьет. Нихера себе. Не видно его? Нет, продолжаем искать. Можно вон с пацаненком поговорить. Давайте пока сходим туда. Посмотрим, что у нас тут. Здесь многое происходит. Вернуться всегда, когда мы будем свободны. Что-нибудь приглянулось? Просто смотрю. Ты из Англии? Возьми сувенир на память. Извини, Хуан. У нее и так уже полно сувениров. Ладно, Иона. Откуда ты всех знаешь по именам? Я с ними общаюсь, и ты попробуй. Посмотрим, что там. Вон тёлка стоит какая-то. Чё она там делает вообще? С ума сойти, красавец. С кем он там разговаривает? У меня был точно такой же. Постоянно каталась. Почему перестала? Отправилась в Яматай. О. Ну и как там в Яматае? Ты определенно произвел на них впечатление. Мне здесь нравится. Хорошие люди. Ну что, теперь давайте поговорим с пацаном. Смотри, это за моего папу. Может, зажечь один для мамы. Зажги, зажги. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Вот еще сундучок, давайте мы его тоже обыщем. 15 опыта получено. Здесь вон картошечку. Это картошечка, да? Картошечку жарит. О, я же там картошечку захотел. О, чипсы. Праздник у них, они День мертвых празднуют. Это напоминает мне, как мы гонялись с этим профессором в Египте. Как его звали? Ты прекрасно помнишь, что его звали Баракат. Баракат. Самокат. Иона, он у ворот. Я его вижу. Хорошо. За мной нет хвоста. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят! Как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Тёлки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда.
Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с одеялами? Ладно. Знаете что? Вы, ребята, занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете? Пока. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Домингес что-то заподозрил. Иона, мастер выживания и отличный друг. Я встретила его несколько лет назад во время экспедиции на Endurance. В первый же наш разговор он меня рассмешил, называл птенчиком. Мы так много пережили с тех пор. А после того, как я потеряла связь со своей лучшей подругой Сэм, Иона всегда рядом со мной. Он отправился со мной в Китиш и помог мне найти божественный источник, артефакт, который искал мой отец незадолго до того, как его убили. После того, как я уничтожила божественный источник, чтобы он не попал в руки Тринити, Иона помог мне выследить их отряд за отрядом. Когда я закончила расшифровку записи отца, Иона решил, что лучше всего начать с деревни Касумель. Тогда я не поверила ему, но он оказался прав. Только в Касумеле мы смогли найти что-то уцелевшее. Теперь я понимаю, почему. Тринити знают, что в загадке не хватает куска, и я должна найти его раньше них. Ну, значит, найдем, чё паришься-то. Иона Маява. Послушали про него историю, довольно интересный человек. Друг Лары Крофт. А мы все следуем за Домингесом. Извините. Извиняю. Вон они идут, надо за ними идти. Вы связались с Верховным Советом, командир? Есть, сэр. Даже после провала в Бразилии, в организации вам полностью доверяют. Мы обязаны дойти до конца. Есть, сэр. Они готовы ко всему. Иона, Домингес не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Лара. Да, да, я поняла. О, опять моцик. Дискульпе, сеньорита. Виновата. На разных языках. Побазарили. Но так-то у них тут красивенько все продают, чипсы продают. Так, вон они стоят. Подойдем поближе. На первой точке сработала ловушка. Думаем, это Крофт. Стой. Что такое? Мне нужно подтверждение, командир. Хватит гадать. Мы удостоверимся, что это она. Иона, меня могли заметить. Я сверну в переулок. Поищу обходной путь. Доктор, son muchos de sus hombres. Осторожность не помешает. Вы очень любезны. Спасибо. Пора идти. А мне кто даст еду? Ладно, идем дальше по переулку. Эти чуваки, я думаю, нам ничего не сделают. Да? Домингес хочет убедиться, что Крофт здесь. Фотография у вас. Белая женщина, лет 20. Ты понял? Хорошо. Ну? Ее найдут. Хорошо. Туда никто не должен проникнуть. Ладно, я передам никому. Когда сам туда проникну, скажу, чтобы никто туда не входил. Это еще что за алкаш? Эй, кыш из моего кабинета. Простите. И дверь за собой закрой. Угу. Набухался здесь, думает, что у него здесь кабинет. Вот алкаш. Не бойся. Иди, играй. Таких показаний приборов мы нигде не видели. Это ключ к следующей фазе. Если что, мы будем готовы. Готовы к чему? А
Они проникли на территорию раскопок. Тут забор, а у ворот охранник. Я поищу другой путь. Я нашел точку с хорошим обзором. По караулю. Че, она так дышит-то вообще? Так, нам надо найти другой путь. Они ушли туда и закрыли за собой дверь. А мы, пожалуй, пойдем вон туда тогда. Нам даже показывает маячок, что надо идти вот сюда вот. В этих руинах должно быть что-то еще. Пирамида Майя. Внутри будто бы пещеры. Вот это. Что там происходит? Там уже никто не услышит. Нет, не надо! Ты только зря все услышишь. Заканчивайте уже! Они нас уже ждут! Последние слова. Стойте! Я же правительственный чиновник. Мне нужно быть здесь. Уже нет, мистер главный археолог. С этой минуты вы уволены. Не надо. У меня есть деньги. Я заплачу. Я ему что, в глаз попал? Не бойся меня. Работаешь на Тринити? Что они нашли? Они уже много лет пытались найти вход в храм. И сегодня нашли. Боже, я предупрежу сестру. Она уже идет сюда. Давай, беги. Иона, Тринити пытались убить местного археолога. Боже мой. Мы должны найти то, что они ищут. Это командир Рурк. Всем группам приготовиться к операции «Блэкаут». Я знаю, кто это. Ишчель, богиня полной луны. О, а это Чакчель, молодая луна. На нем есть надпись. Чакчель, ключ скрыт за ее взором. Ключ? Это здесь. Наверное, вход там. Ну ладно, пошли проверим. Нужно спуститься вниз. Здесь у нас сундучочек, мы его возьмем. Отлично. Еще получили кое-какие припасики. Че, вниз надо, да? Ну ладно, спускаемся. Ладно, должно сработать. А веревка где там осталась висеть? Отлично. Че, отлично? Полетела! Ладно, лезем. Это командир Рурк. Немедленно зачистить сектор. Прибудет доктор Домингес, и мы все пойдем внутрь. Давай опять сейчас спустимся, а то пониже не можем, да? Все, спускаемся. Годится. Раз. Вот было бы приколюха, если бы она упала. И все, считайте, игра закончилась, не начавшись. Вот было бы круто. Тише. Так, направо, пошли направо. Теперь лезем наверх. Аккуратненько. Так, рывок по стене. Всем группам приготовиться. Доктор Домингес уже спускается. Черт, надо торопиться. Торопимся. Не будем спешить.
Без нас не начнут, как говорится, да? Спуск по веревке, спускаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Тише. Все под контролем. Есть. Это было стильно. Дальше лезем, опять направо надо идти. Статуя смотрит на ту пещеру. На ту? Типа туда надо идти. Так, здесь опять спускаемся. Другого пути я не вижу. Раскачиваемся. Отлично. Это здесь. Теперь нам надо будет исследовать этот подземный храм, найти в него путь. Но это мы уже узнаем в следующий раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, всем счастливого пути. Играйте в игры, берегите себя и все будет чики-пуки.